Всем привет, друзья! Разъяренный слон внезапно набросился на автомобиль туристов. Неизвестно, чем была вызвана такая реакция у великана, но то, что представили люди, находящиеся внутри автомобиля, не тяжело представить. Крокодил, охотясь на огромную рыбу, совершенно не подозревает, что на него в этот момент охотится ягуар. В этом случае кайману удалось уйти от кошки, пожертвовав своей добычей. Во время сезона засухи такие места становятся не только целительными источниками, но и центром конфликта для крупных травоядных. Слоны на протяжении всего того времени, что они находились на водоеме, снова и снова выгоняли бегемота. Этот случай произошел в заповеднике Пиланисберг. Молодая мать слишком рано показала стаду своего первенца. Реакция взрослых особей на малыша была просто катастрофической. По словам очевидцев, малыш получил тяжелейшие травмы. Впоследствии, после чего и погиб. Друзья, если вам понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.